Дни длинные пошли. У меня теперь график изменился. Сейчас он по-другому будет, график. Вот. Только заря будет подниматься. С 2 часов где-то она поднимается. Все, и колька будет до... Это 2, 3, 4, 5, 6. Вот до 6 буду работать. А потому что уже в 6 или в 7 уже выходят эти... Ну, кто за мусором следит, там... Они уже там начинают мусор убирать, подметать. Ну, чтоб им не мешать. А то, когда они там убирают, они могут тебе что попало сказать. Вот ты роешься, пакеты выкидываешь туда-сюда. На. А мы потом убираем. Ну, просто не люблю вот этих скандалов. А когда никого нету, свободно лазь. Я, правда, как, аккуратненько лазь. Я никогда не мусорю. Все. Пакеты, как там некоторые выкидывают, нет. Большинство собаки вот выкидывают, когда переполнены вот эти мульди, они, собака, пакет схватит, тащит куда-то, раз, раздолбает его, и вот так. Да и ветром, ветер когда сильный, там раздувает мусор. Да хоть как, ну человек большинство-то не ссорит, он аккуратненько, вот эти бомжи. Тоже они, вот есть бомжи, аккуратные, они не ссорят. Они просто хлеб, кусочек там ищут, покушать, что-то найти. Они, короче, как эти, бомжей тоже надо жалеть. Они же такие же люди все. Пускай они тоже аккуратно роются, хлеб добудут. Потому что стариков много, таких много людей. Да их очень много, много в этом. Эти мульти спасают им жизнь и так далее и тому подобное. Вот так. И так же я. Но я, правда, не пью, как они. Они там всякую заразу пьют. И я все нормально. У меня все. Я вот лучше велосипед буду покупать, да кататься на нем. Все, вот так и буду жить в этом месте.